Я сыграю то, что прям очень сильно любят мои подписчики. Они прям вот хотят это слушать и слушать. Поэтому твоя аудитория, надеюсь, это зайдет. Так, поехали. Можешь сыграть? Да, могу. Давай. Так, а чем сыграть вам? Да что хочешь. Фига себе. Офигенно. Спасибо. Блин, продолжай. Спасибо. Спасибо вам большое. Реально. Вы с какого города? Рязань. Я не оттуда. Девчат, все, давайте. Приятно было с вами пообщаться. Приятно вам было. Давай, спасибо. Давай. Здрасте. Здрасте. Че сыграть? А чем такое прикольное и старенькое? Звук пропал. Я его не слышу, я его хочу слышать. Блин, мне звонили, а что теперь сделать? Ты перебила звонком. Меня не слышно? Заключил телефон? Я его не слышу. Мне надо было, блядь, ехать давным-давно домой. Через ну жесть. Тихо, домой стоп, подождите, как мне его вернуть обратно? Я хотела музыку послушать. Господи, я не хочу тебя терять. Люк, помоги мне, пожалуйста. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Я тебя не слышу, не я теряйся, понял, пожалуйста. Я понял. Ну я тоже. Блин, ну как, Вов, подскажи, он так офигенно. Общем, почему я тебя не слышу? Ну тогда пока. Друзья, всем привет. Спасибо, что продолжаете смотреть ролики. Ваша поддержка очень важна для меня, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, абсолютно любые комментарии, пусть будут негативные. Ролик должен вызывать эмоции, и я вас прошу, выплескивайте их в комментариях. Ходит миф, что гитаристам легко найти девушку. Это не совсем так. Да и вообще не обязательно учиться играть на гитаре, чтобы найти себе красивую девушку. Достаточно зарегистрироваться на сайте Emily Dates. Это премиальный сайт знакомств с приятным интерфейсом, где все продумано за вас. Каждый при регистрации указывает цель знакомства. Это одноразовые встречи или же отношения. Все это значительно уменьшает время пребывания на сайте. Все пользователи проходят ручную верификацию. Никаких ботов, только реальные знакомства. Можно указать параметры желаемой девушки. Рост, вес и даже размер груди. Рекомендую сразу приобрести премиум аккаунт. С ним открывается больше возможностей, и ты еще быстрее переходишь от переписок к реальным встречам. Ссылку на данный сайт я оставлю в описании. А теперь к ролику. Что-то знаком.
Спасибо большое. Да, не за что. Че, Альберт, тоже снимаешь? Да, конечно. Ты думаешь, я без записи вообще в чат рулетки сижу? Ну да. Мне что делать нечего. Да, да, да. Блин, тоже что-то снимаю, ищу, значит, реакции. Блин, хер его знает. Одни какие-то красивые девочки, очень красивые девочки попадаются мне. Никак не могу. Это ты про меня, да? Нет, ты красивый мальчик. Спасибо. Кстати, может показаться, как будто бы у меня очень длинный стул. На самом деле я не на нем сижу, я его просто отодвинул. А, да? Фига себе. Ты всегда так? Я купил себе дорогой стул и не сижу на нем. Просто чтобы он на фоне у меня был, типа я сижу на нем. Офигеть, фига ты гений. Альберт, ну, сыграй что-нибудь. Давай тогда я сыграю Цоя перемен. Охренительно круто, охренительно круто, вообще. Да. Реально круто, нет слов, тут скинешь ноты этой мелодии? Да, да, окей. Да, хорошо. Без проблем. Так, ну все, ты сыграл, теперь сыграю я. Я сыграю то, что прям очень сильно любят мои подписчики. Они прям вот хотят это слушать и слушать, поэтому твоя аудитория, надеюсь, это зайдет, хотя я уверен, она перекрещивается во многом, поэтому... Так, поехали. Эта песня War is War как-то... What is Love. Это, да. Это под эту вот мелодию они вот это вот делали движение, но я так не умею, к сожалению. А, я как будто то же самое сейчас сделал, когда слушал, как ты играл. Но блин, не хочет. Ильяс. А. Скинешь штабы, да? Да, не проблема. Блин, реально классно. Ребята, я знаю, что вы все знаете Альберта. 92% точно. Поэтому 90%. Остальные люди, которые вдруг Альберта не видели или по каким-то причинам на него не подписывались, по ссылочке в описании обязательно переходите, подписывайтесь. Классный парень. Спасибо.
В общем, Альберт, было приятно тебя увидеть. Я тебя не буду задерживать, пойду дальше, хорошо? Давай, тебе удачи офигенную реакцию найти. Да. Спасибо тебе большое, Альберт. Тебе, да, тебе находи, тоже. Находи реакции, снимай. А главное, вот пока ты сейчас на хайпе, на этой волне, дальше. Ну, мне кажется, этот хайп не так сильно продержится. Вот мне почему-то кажется. Как знать. Ну, Старайся. Стараюсь. Все получится. Мне приятно наблюдать, что... Кто-то из, скажем так, из чат-рулеточников гитаристов так набирает просмотр, но это же прекрасно. Могу только порадовать. Ты так сказал. Блин. Ладно, я тогда пойду. Спасибо тебе огромное. Альберт, давай, счастливо, было приятно увидеться с тобой так. Давай, пока-пока. Давай, пока. Здравствуйте. Ну что, сыграть на гитаре? У вас есть любимая песня? Ну, любимая нет, но мне вообще группа Daft Punk нравится очень сильно. Ну, давайте. А то вас все заставляют какие-то левые песни. Давайте свою любимую спой. Спасибо, я рад, что порадовал. У меня слова автоматически уже начали в голове играть. За память гидлаки. Есть. Да. Привет. Привет. Сыграешь? Чё сыграть-то? Чё угодно. Что тебе больше нравится? Опыт. Ты давно играешь? Сколько? Лет 17. Сколько? Самоучка или ты где учился в школе? У меня 8 лет музыкалки. На гитаре? Да. Я на фортепиано 9 лет. Серьезно? Да. Снимаешь где-то? Ютуб. Сейчас ты снимаешь? Ставишь, подпишешься, фотки полайкаешь. Да. Меня не выкладывай. Да. А что, у тебя прикольная реакция. Не надо. Почему?
А ты можешь написать, как вы... Вот ты мне вот сейчас напиши, я подпишусь. Хорошо. Я напишу, но... Но ты мне не скажешь. Нет, тогда не скажу. Ну, пожалуйста. Ну... Не надо меня. Давай так, я напишу, как я записан в Ютубе, и ты не будешь против, что я тебя выложу. Я не популярный блогер. Хорошо? А я постараюсь сделать так, чтобы ты был популярным. Прекрасно. Договорились, что я напишу, как меня зовут, и ты разрешишь мне выложить себя. Ладно. Все. Спасибо, вкусно. Ой, красиво, в смысле.